Продолжаем программу. Семейный центр притяжения, который ранее размещался в клубе «Чайка», сменил свой адрес. Теперь общественная организация находится в 30-м квартале, дом номер 4, что за круглым центральным рынком. Своими силами родители особенных ребят сделали ремонт в гостевой комнате и проводят различные занятия. За полгода существования притяжение объединило более 60 ангарских семей. Ребятишки здесь общаются, поскольку детям очень нужно общение, социализация, интеграция в общество, умение общаться. Это самые важные вещи, которые в жизни им очень пригодятся. Ну и очень важно творчество, которое тоже побуждает к развитию. Вот это вот тоже наши ребятишки делают такие работы интересные. В понедельник и среду в центре проходят музыкальные занятия, во вторник и четверг – уроки в художественной школе, а в субботу – тренинги с психологами. Специалисты работают на безвозмездной основе, двери притяжения открыты для всех ангарчан.